ближе уже к устью, река Обь расширяется, делится на огромное количество разных притоков, большое количество разных островов, мелких протоков, и по нему постепенно, по одному из русел Оби, корабль движется на север, в сторону Салехарда. Тут уже не видно вообще всей ширины реки, потому что много протоков, и только к Салехарду опять Обь соединяется в одно единое течение. И корабль спустя неделю после старта причаливает в городе Салехарде, в столице Ямало-Ненецкого автономного округа. Город находится прямо ровно на полярном круге, и это единственный такой город на свете. Вот и Салехард, плавание наше завершается. Салехард – единственный город в мире, который находится на полярном круге. Я был в этом городе первый раз еще в 97 году. Конечно, тогда он выглядел гораздо более бедно, было много бараков, разных старых зданий. Сейчас город сильно цивилизованный, более приличный, более приятный. Ну и летом даже достаточно тепло, градусов 10, но довольно много комаров. А это уже типичный старый салехардский дом, как раз какие строились при советской власти. Такие двухэтажные деревянные дома. И это вот ящик, такой коробка. Это типичная такая коробка, в ней находится теплотрасса, трубы центрального отопления, потому что в землю их не закапывали, чтобы земля, вечная мерзлота, не разморозилась и не поплыла. Вот такие типичные северные ящики для горячей воды, для труб. И такие типичные северные здания еще не все переделали в новые. За спиной у меня как раз современные уже буржуйские дома на улице Республики. Но они не буржуйские, но просто современные уже 2010-х годов. Вот такие вот сияющие новенькие. И тут же рядышком и советские дома еще такой постройки, наверное, домов годов 60-х, наверное, если не старше. Это они еще пока что мирно соседствуют в Салехарде, но скоро, конечно, уже полностью заменятся уже все районы на новые и современные. В Салехарде есть даже настоящий пешеходный мост, какое-то искусственное озеро, и выходит такая пешеходная дорожка прямо к зданию, где обитает руководство Ямало-Ненецкого округа, и вокруг всевозможные новостройки и недостройки. Это вот признаки нового строящегося Салехарда. Все строится, делается, постоянно что-то сверху. А это памятник заброшенной железной дороги Салехард-Надым, которая строилась в конце сталинских времен, с 47 по 53 год. Очень интересная железная дорога. К сожалению, она сейчас, этот участок заброшен от Салехарда до Надыма. Но вот это вот как раз один из паровозов, который тут работал, когда она еще строилась. По этой дороге мы с друзьями ходили пешком в 98 году. Уже получается больше, чем 20 лет тому назад. На окраине Салехарда сразу начинается такая тундра, болотистая тундра, и там же на окраине города стоит памятник, который называется Полярный круг. Раньше его называли памятник салехардской колбасе, он больше на колбасу был похож. Но сейчас его сделали более современным. Вот, собственно, эта тундра, и вдалеке там видим памятник Полярный круг. А вот и Салехардская мечеть, одна из самых северных мечетей в мире. Вот она, мечеть. Салехарде такая. Вид изнутри. Ассаляму алейкум. За моей спиной находится небольшое зеленое здание. Это мечеть города Салехарда. Одна из самых северных мечетей в мире. Находится прямо на полярном круге. Тут в Ямало-Ненецком автономном округе еще есть несколько мечетей. В Новом Уренгое большая мечеть, небольшая мечеть в Пангадах, вот Салехардская мечеть, ну еще есть несколько. Конечно, всегда интересно, как здесь они совершают
намаз осуществляют пост летом, когда никогда не бывает темно. Ну, тут на этот вопрос, конечно, у имама есть всегда ответ, что тут есть два варианта. Или делать пост намаз летом по времени Мекки, или же, как они сейчас делают в данное время, они летом переходят на тюменское время, на время ближайшего нормального города, где день и ночь происходят в нормальном режиме. Поэтому сейчас летом в Салехарде и все события, намаз, и когда был месяц Рамадан тоже, вот, разговение, все это происходит по тюменскому времени, поэтому целый месяц во время Рамадана голодать не приходится. Изготовляют всякие скульптуры с помощью бензопилы. Полярный Урал. Место, где проходит официальная граница Европы и Азии. И через него идет такой участок, действующий участок Трансполярной магистрали. По нему даже поезда ходят. Москва-Лабытнанги. Лабытнанги-Воркута. Станция Полярный Урал, граница Европы и Азии. Наконец, путешествие в заполярные места и в Салехард завершается. И теперь все, движемся постепенно в Европу. Но вид, конечно, здесь пока что не европейский.